Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Фисташка, Пикачу, как всегда, очень много классных подписчиков. Поздоровайтесь. Кукусь. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что мы будем играть в прятки на обновленной карте 2020 года Аквапарк. Если любите, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ребята и девчонки, прячьтесь, даю вам полминутки. Здесь на этой карте добавили какие-то прикольные такие анимированные шторки. Вода теперь откуда-то постоянно капает. Очень классная картинка, мне нравится Гаррис Мод, его все лучше и лучше делают. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, мы записываем классные режимы, можете зайти на канал и все сами посмотреть. Миллион разных роликов. Ладно, обманул, 1100 всего. Все, я буду начинать. У этого аниматроника есть злостный режим, который очень быстро бегает. Ты считал? А, да, конечно, пока я говорил, я досчитал до 100. Можно прятаться по всей карте, можно даже убегать, когда я кого-то найду. Можно очень быстро убегать. Но этого это не поможет, потому что я убиваю очень быстро. Кто не понял, я уже начал. Да-да-да, готовься. А он не может телепортироваться. Мне надо самому всегда ножками ходить. Я могу ломать коробки. Вот это мне нравится. Да, смотри, очень вкусные коробочки. Я уже парочку сломала. О, вижу, вижу, слышу. Подожди, подожди. Так, поднимаемся сюда. Так, вы сейчас всю карту поломаете? Не-не-не. О, тут есть управление. Тебе что-то не работает управление. Поплыл, я ничего не могу сделать, оно само работает, что за баги? Эй! Поплыл, Димас. А если я не хочу? Сейчас, главное, будем выслеживать их по очереди. Я охотник. Так, так, так. Такая маленькая собачка даже залезть не может на бочку. Отлично, Бульбазавр, твоя скорость тебе не помогла. Упс. Не увидел. Не увидел. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот я рядышком хожу. Ты не видел, ты стал. Я так быстро. На ВДВ, точно. Ну что, погнали. Тебя нету здесь, там. Есть, есть. Я тут плаваю. Тут очень теплый бассейн. Димас, привет. Нас теперь двое. Мы сейчас будем вас ловить. Не переживайте. Я смотрю, сейчас тут никого нет. Подсказочка. Тут никого в банах нет. Ой, красиво. Так приземлился. Какие баны, я сейчас буду умочиться. Так, рячка побежала. Погнал, погнал. Красиво, по круговой лестнице. Рячка очень быстрая. А ящики убили. Ой. Блин, так классно воду прыгать. Мягенько. Ну чё, ты убил кого-то? Нашёл. Не. Нашёл? Да. Вот-вот-вот-вот-вот. Ну иди сюда. Вот-вот-вот, я за фисташкой гонюсь в воду. За ней преследуем. Со всей силы. Подожди. Собака с монтировкой. Тебе тяжело плыть, монтировка тяжелая очень. Давай, я верю, мы сможем. Мы сможем. Только меня ж не замочи. Давай, давай, я верю в тебя. Я реально не могу попасть. Подожди, под водой, может, атака не так проходит? Ах ты, бульбашу, жовр. Этот аниматроник сразу бьет ноги. Да так нечестно. Это я хотел такого аниматроника взять. Да блин. Ладно, все, беру. Фисташку убили. Так, ребята, кого еще не замочили? Меня, меня. Так, давайте берем снаф 3. Вот это там какие-то психи играют. Ага. Так, я бегу. Пацаны, давайте встречаемся в главном холле. Все, кто стал аниматроником, сделаем встречу. Так, тут двое, что ли, нас? Так, я еще вижу... О,
Нифига себе ты пузом красивая, Рын. Трое. Нас трое? Да. И четверо. А где четвертый? Это фиточка. Вот, я вижу, вон еще одна. Так. Давайте я тоже себе возьму какого-то мощного. Во! Давайте я тоже буду марионеткой, классно? Давайте банда марионеток. Давайте. О, нажми контр. Кто играет за марионетку вот эту вот с другого пака? Во, у тебя прикольная такая анимация. Во-во-во-во, крипово. Во-во-во, да, вообще жестко. Да нет, это как-то стрёмно. Ты голову снимаешь. Так, ну что, погнали их искать, давайте. Знаете, где они прячутся? Надо вот тут двери открывать. Где-то в дверях вот здесь вот. Внимательно чекайте. Открываем все двери. А где все? Я вообще никого не могу найти, вы прячетесь. Сильно. Я вижу за кем-то... А, тут две марионетки между собой играются. В догонялки. Тихо, тихо, я кого-то слышала. В кабинках где-то. А, они в кабинках, да, сидят. Так, я все кабинки открывал, никого нету. Они все открыты. Не все, Дима. А, да, они все, кстати. А, ну это просто перегородка. О, кстати, можно если третьего лица заглядывать прям сверху и видно все. Угу. И не открывать их. Так, башка полетела уже. Знаете, где они? А, это он заходит. Вылетело. А, может, вот тут вот? Ой. Я лавочку сломил. Убийца лавочек. О, кабинок чё? Вот здесь полюбаса кто-то. Я на шифт так быстро летаю. Так. Кто-то тут сидит, полюбаса. Никого? Нашли? Ага. Да. Нет. Около кабина, смотрите. Бежал. Так, подожди, вижу, подожди. Вижу. Веди его. Куда веди? Просто мочи и все. Найс. Сейчас мы найдем их. Сейчас будет мега взрыв, надо подальше отлететь. Второй шанс. Да, есть. Ракета уперлась и летит. Второй шанс, давай. Ты шо? Ой-ой-ой. Я ракету взорвал. Ля, минус аквапарк. Не, кстати, вообще нифига ему, он новенький. Не нашли, да, еще их? О, у меня много жизней, 6500, мне ничего не будет. 760. Бум. Чё, не нашли? Мне интересно, как я умудрился убить Пикачу монтировку? Я вообще не знаю. Я вообще не видел. Ты читер, может? Ты вел читы специальные? Мне кажется, ты что-то не так со мной. Надо сваливать. Да ты господи! Я вижу ракету. Это будет мегавзрывы, ребята. Эпические мегавзрывы. Да не, эти слабо бьют. Эти слабенькие. Что, я убила кого-то, как? Я пробую не спал. Нет. Красиво. Тоже слабая. Вы видите, как предметы раскидывают на карте? Нет. Это тоже слабо. Вот, 6 бомб в одной. Это 6 бомб сейчас будет. Взрывайте. И еще разок. Вот это эпические взрывы. Как это Грисфот не вылетает? Я в шоке. Должен был вылететь. Все, ребята, мы сделали ремонт. Так что приходите в аквапарк. Все готово. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Просрала.